Всем привет, с вами Люба, и ребята, все-таки я решила удалить Snake Eel и переустановить его заново, чтобы наконец-то показала новое обновление. Так, ну для начала вводим мое имя. Такс. И надеюсь, все обновится. Так, у нас здесь туториал, скины. И вот мы появились на поле за оранжевого червячка. Так, хорошо. А, управление не очень, давайте его поменяем. Так, мы врезались. Хорошо. О, разблокированы новые скины. Целых 5. Это уже неплохо. Так, ну, собственно, заходим в скины и смотрим. И что... 151, ребята, они вернули все мои скины, и то есть игра не обновилась совсем. Да, я надеялась, что появится магазин, монеты и... Ну, в общем, что ли, давайте набирать очки. Поехали!
Так, ну что, ребята, давайте потихоньку врезаться и посмотрим, какая же я в таблице лидеров. Так, аж 46-я, думаю, мне придется подсобирать баллов. И, ребята, пишите в комментариях, у кого обновилась змейка. Просто я не понимаю, что у меня происходит, ни магазина, ни монет, как я уже сказала. Ну а так, ребята, я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока!